Первоуральске начался отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава города Игорь Кобец. Первыми к теплу подключат соцобъекты – больницы, детские сады и школы. Подключать организации к теплу будут по требованию их руководителей. Если в учреждении становится значительно холоднее, подается заявка в управление ЖКХ. На ее выполнение отводится не более 3 дней. Специалистам предстоит дать тепло в 24 первоуральские школы, 60 детских садов, 44 здания медучреждений и другие соцобъекты. Начало отопительного сезона взяли под контроль в городском управлении ЖКХ. Туда каждый день будет поступать информация о пуске тепла. Жилые дома намерены подключать поэтапно. Начнут уже 16 сентября. Уложиться планируют в 2 недели. В общей сложности предстоит дать тепло в 1157 многоквартирников. В Первоуральске уже запустили круглосуточную горячую линию. Звонки от жителей готовы принимать в единую дежурную диспетчерскую службу по номерам 64 30 70 либо 112.